Тайсон, Ариэль, Крош и Злата. А вместе квартет артистов водного шоу «Байкальских нерп». Вот уже месяц первый передвижной нерпинарий развлекает жителей и гостей столицы Чувашии. Ластоногие артисты ловят обручи, поют и танцуют. Но это мне понравилось больше всего. Каждый артист этого шоу особенный. Например, вот этот крепыш Тайсон самый сильный, а изящная Ариэль самая артистичная. Она и на трубе сыграет, и картину нарисует. Они такие миленькие. Мне понравилась Ариэль, у нее такие большие глаза. За питанием нерп следят с особой тщательностью, все только самое свежее. Хамса, салака, горбуша. Каждый из артистов съедает по 4-5 килограммов рыбы в день. Нерп невозможно заставить что-то делать, поэтому трюки они выполняют только если сами захотят. А вот и главный секрет тренера. Нерпы очень любят лакомства, так что за вкусную рыбку могут и мяч в кольцо закинуть, например. Это называется методикой положительного подкрепления. А сейчас смертельный номер. Тайсон исполняет прыжок дельфина. За такой прыжок одним лакомством не отделаешься. И кто бы мог подумать, что нерпы тоже могут целоваться. Но как они любят своего тренера. В природе к нерпе не подойти. Они очень пугливы, уходят в воду. Но наши нерпы с самого рождения с человеком, они социализированы. Поэтому они очень любят общаться и немножечко обливать, баловаться и смотреть на людей, впечатлять людей. Впечатлять людей им определенно удается. Я их вижу первый раз. Я очень много о них узнал. Мне понравились их мордочки. Мне очень понравились, они очень воспитанные и умные. Они все своим характером, они все такие разные и так интересно двигаются. Какие-то свои таланты есть, все очень здорово. Еще ровно неделю байкальские нерпы будут радовать зрителей. И если вы еще не успели лично познакомиться с ластоногими артистами, торопитесь. Нерпинарий пробудет в столице Чувашии до 26 августа. Их шатер находится на нижней парковке торгового центра «Мегамолл». Шоу идет со среды по воскресенье включительно. Байкальские артисты ждут вас.